бабушкой с дедушкой старались всю ночь. Подбросили вам снежку, заморозили воду, чтобы получился каток. Самая большая на сегодня в городе ледовая площадка, 8-метровая новогодняя ель, тысячи свечащихся гирлянд и веселая музыка днем и вечером. Все эти развлечения в детском городке на улице Комарова в Щелкове. Первый официальный день работы катка стал праздником для отдыхающих. Ледовое и огненное шоу «Моменты света». Танцевальный флешмоб, сказочные персонажи веселили детей и взрослых. Дед Мороз и Снегурочка дарили детям сувениры, угощали чаем и пирожками. Мне понравилось, что тут сказочные герои появились, что мы подарки получили. Мне нравится кататься, мы всегда играем в игры тут. С кем пришла? С сестрой, вот она, да? А там подруга. Ну-ка все вместе, как мы! Ну-ка все вместе, как мы! Сегодня открытие катка. Да, с предвкушением. Очень счастливы. В будущем году. Здравствуй. Оксана, я буду походить сюда. Каток в детском городке заливает каждый год, но в эти дни администрации парка пришлось приложить усилия. Снега накануне выпало мало, и морозец не такой крепкий. Но строители площадки обещают заливать и чистить лед ежедневно. В этом поможет специальная техника. Начало зимы. Хотим, чтобы люди пришли к нам, приходили, посещали, отдыхали, вели активный образ жизни. В этом году мы поставили новую елку для детей, новые игрушки закупили, вот, новые гирлянды. Также каждые выходные у нас будут здесь проходить разные анимационные программы. Здесь и на территории парка. Каток в детском городке работает каждый день. Здесь, кстати, организован прокат и заточка коньков. В выходные детей развлекают аниматоры. Зима в Подмосковье наконец-то наступила и ознаменована открытием Щелкове вот такого замечательного катка. 2000 квадратных метров игрового пространства и вот такая замечательная ель. Приходите, будет интересно. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».